Наталья Иванова, говорит Москва. Вы знаете, по фильмам, книгам была с фашистами война, чтобы справиться с жестоким игом, объединилась вся страна. В те времена она не знала, как выглядит телеэкран, но радио тогда спасало и диктор Юрий Левитан. Деревни, села, полустанки хотели слышать каждый час, как Курск освобождали танки и шли сражения за Кавказ. Тебе прабабушка расскажет, как люди ждали в тишине рассказ о смелом экипаже и переломе в той войне. От Бреста и до океана, от Крыма до полярных льдов все знали голос Левитана. Он был спокоен и суров, как сельский громкоговоритель. Людей тогда объединял ученый, врач или водитель. От Левитана узнавал, что прорвались мы через реку и недруга разбили в дым. Стал диктор близким человеком, он стал для каждого родным. И люди ждали неустанно простые твердые слова, красивый голос Левитана и фразу «Говорит Москва».